Приднестровская делегация в Москве принимает участие в международных образовательных чтениях. Это ежегодный форум, где обсуждают актуальные проблемы воспитания молодежи и сохранения исторического наследия. От Приднестровья в чтениях участвуют депутаты Верховного и городских советов, представители органов управления. Очень много людей с разных уголков России участвуют в этом мероприятии с целью сохранения исторической памяти в ее первозданном виде. Мы постараемся поучаствовать для нас в очень важных круглых столах, где будут подниматься вопросы духовного, культурного, исторического воспитания молодого поколения и передачи исторической правды нашему молодому подрастающему поколению. Сегодня в Москве состоялось открытие форума. Он будет идти несколько дней. В этом году международные образовательные чтения посвящены 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Накануне приветствия участникам и гостям чтение направил президент России Владимир Путин.